Старый автомобильный мост Джерезею перешел из городской собственности в областную. Такая смена владельца позволит качественно следить за переходом, содержать его и впоследствии отремонтировать. Об этом во время прямого эфира рассказал амурский министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин. Я же, Алена Лепкалова, познакомлю вас с другими не менее интересными событиями дня. Здравствуйте, и мы начинаем. Предлагаю попробовать руколу, она очень вкусная. Ну, вообще, супер свеженький. Да. Это все мое, родное. Амурские студенты метят в передовики по импортозамещению, выводят цыплят и выращивают овощи из отечественных семян. Со сцены на кухню. Певец городского ДК Дмитрий Хмара рассказал, как готовят сыры, и показал в съемочной города святую святых производства. Им по барабану. В областной столице музыканты готовы научить всех желающих играть на ударных. Наш корреспондент тоже взяла в руки палочки. Собственный птичник может появиться в Амурском аграрном колледже. Студенты учатся выводить несушек на парах по ветеринарии. Успехи в животноводстве и овощеводстве оценила зампред регионального правительства, министр образования и науки области Светлана Яковлева. Вместе с ней на современных площадках, где учатся будущие аграрии, побывала наша съемочная группа. Ставили с детьми опыт практически по закладке инкубационного яйца. Этих цыплят по осени не пересчитают. Желтых пушистиков к этому времени разберут местные фермеры. Опыт, который провели студенты во время пар по эмбриогенезу, дал свои плоды. Из 62 заложенных яиц вылупились больше 50 птенцов. Но в аграрном колледже пока нет условий, чтобы содержать малышей. Всех продадут. С одной стороны, это практический опыт для моих студентов, а для граждан, ну, это возможность свое подсобное хозяйство завести. У нас три породы здесь выводились. Это лососевая загорская, сайсекс и гавашея. Недельных птенцов студенты колледжа показали министру образования и науки области Светлане Яковлевой и рассказали, как сейчас ухаживают за ними. Кормят пшеном, творогом и вареным яйцом. Этого достаточно, чтобы будущие несушки набрались сил. Регулярно меняют воду и убирают в клетки. Есть и тепловая лампа, чтобы не замерзли. Студентка второго курса Анна Гирей поделилась. Опыта по выращиванию домашних птиц набрала еще в детстве. Дома мы содержим обычно уток, также кур с петухами и гусей. В принципе, у нас есть большие загоны, и там мы их кормим, да, также пшено, творог по начальной стадии, когда их колем витамины, делаем прививки. Но в основном у нас упор идет на комбикорм. Не только в животноводстве, но и в выращивании зелени и овощей показывает успехи аграрный колледж. 2 года назад здесь открыли сити-ферму. На гидропонных установках сеют помидоры, огурцы, лук, горчицу, несколько сортов салата и руколу. Министр продегустировала, осталась довольна. Предлагаю попробовать руколу, она очень вкусная. Ну, вообще, супер свеженький. Да. К слову, то, что пока всего лишь наработки студентов, может стать импульсом к запуску большого процесса импортозамещения. Это оборудование как раз для того, чтобы наши студенты, выпускники колледжа, выходили и могли работать сразу. В рамках тех санкционных событий, которые сейчас происходят, мы должны понимать, что санкций мы не боимся. Первое, у нас есть умение. Второе, у нас есть возможности, и, как вы увидели, оборудование, на котором учатся наши дети, оно отечественное. Планы на будущее у студентов и преподавателей грандиозные. На днях в инкубатор заложат новую партию яиц. Сейчас выращивают на продажу рассаду овощей в теплицах в селе Волково. К лету на полях посадят картофель. Кристина Слепцова, Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Летим на острова. В областной столице стартовала продажа билетов на рейсы до Южно-Сахалинска. Проездные продают на апреле-май. Летать железные птицы из Благовещенска в Южно-Сахалинск и обратно будут дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Актуальное расписание можно уточнить в аэропортах. Цена вопроса в одну сторону – 5640 рублей. Сейчас перевозчик прорабатывает с партнерами-операторами открытие продаж на лето. Есть хорошие новости для российских авиакомпаний. По словам главы Минтранса страны Виталия Савельева, они будут получать государственные субсидии. Для этого по итогам каждого месяца перевозчики должны будут предоставлять данные пассажиропотока. Росавиация, в свою очередь, изучит и сравнит документы и выплатит компенсацию. Ее также получат временно закрытые аэропорты на юге страны.
Жесткая авария в Блакрайоне унесла жизнь двоих амурчан. В среду ночью на 75-м километре автодороги Благовещенск-Свободный столкнулись фура и легковушка. Водитель и пассажир последние погибли. На месте аварии потребовалась помощь пожарных. От столкновения с фурой легковушка загорелась. Огонь тушили 8 спасателей из Новопетровки и Амурского центра ГЗИПБ. Полицейские устанавливают личность погибших и все причины ДТП. Гаражную ОПГ в составе 3 человек накрыли сотрудники Благовещенского уголовного розыска. Маргинальных личностей по следам разыскивали из-за кражи имущества с чужого гаража. С заявлением о взломе гаража и пропаже автомобильных дисков, бензопилы, буровой установки в полицию обратился благовещенец. Общий ущерб больше 40 тысяч рублей. Стражи правопорядка установили к преступлению причастна группа. Банда за несколько часов продала диски в ближайший шиномонтаж. Но двое попались полицейским с буровой установкой. Бензопила была у третьего. Его тоже задержали. Имущество вернули владельцу, злодей под стражей. Как корабль назовешь, так он и поплывет. То же самое и с бизнесом. Свой личный бренд, возможно, смогут оформлять самозанятые. Законопроект об этом рассматривают в Госдуме. Таким образом, получится дать своему делу собственное имя или придумать яркое название. Комитет Госдумы рассматривает законопроект, позволяющий людям, работающим на себя, регистрировать на себя товарные знаки. К тому же в самозанятых начали перерегистрироваться малые и средние предприятия. Связано это с льготами на финансирование, упрощенной регистрацией на электронных торговых площадках и другими преимуществами. По неофициальным данным, самозанятых сегодня больше 20 миллионов. Из певца в сыровары. Такое перевоплощение не пугает благовещенца Дмитрия Хмару. Многие годы солист городского дома культуры мечтал производить что-то амурское. И нашел дело по душе. Рассказал о нем нашему корреспонденту Екатерине Борисовой. Как правильно растянуть буратту, сколько нужно молока для 1 килограмма сыра и почему его постоянно переворачивают. Смотрите. Сегодня мы здесь на сыроварне делаем сыр буратта. Это очень близкий сыр к моцарелле. Изначально, чтобы его приготовить, это... необходимо сделать сыр страчителло. Сыр, который делается из моцарельного теста, разрывается на очень-очень мелкие волокна, которые в дальнейшем заполняются сливками и выдерживаются некоторое время для того, чтобы это все дело напиталось и получило глубокий сливочный вкус. Это другая семья, она основала эту ферму, съездила в Италию, обучились. Там заключили договора, необходимые для того, чтобы полностью здесь организовать торговую марку. Потом здесь развернули весь технологический процесс, научили уже наших ребят, нас полностью, передали все традиции. Многие говорят, что почему сыр такой дорогой? Во-первых, потому что в 1 килограмме сыра минимум 10 литров молока. А самое, наверное, неожидаемое, что, может быть, это сами формы. Эти формы привезены из Италии. Вот, их у нас немного. И одна форма сейчас в районе 17-20 тысяч стоит. Сейчас мы находимся в святая святых нашей сыроварни. Это камера созревания, специальное помещение, в котором аппаратура следит за температурой, за влажностью. Если эта головка будет лежать только на одном месте, то это приведет к тому, что она просто высохнет. Для того, чтобы сверху он не подсыхал и внутри не останавливался процесс ферментации, мы его постоянно переворачиваем. Я бы хотел поблагодарить всех членов своей семьи за помощь во всем этом процессе, потому что без их помощи, конечно же, не получилось бы мне, наверное, ничего. Они, как настоящая семья, да, подставили свое плечо, поддержали в психологическом плане. И, конечно, вот здесь в процессах во всех наших. Мне всегда хотелось попробовать что-то самому, кроме искусства, заняться чем-то. Не обязательно это бизнес в большом как-то масштабе, да, чтобы на всю страну, а сделать что-то свое семейное, что-то теплое. Забытый давно наш родитель святой.
Клумбы со вкусом научит создавать Благовещенцев ландшафтный дизайнер. Мастер поделится секретами по созданию идеального цветника в рамках подготовки к тематическому фестивалю. Бесплатную лекцию для всех желающих проведут в библиотеке искусств 15 апреля. Там специалист по ландшафтному дизайну ГСТК Анна Гулимова расскажет о видах и формах цветов, об основах колористики и концепции создания клумб. Информация будет полезна как новичкам, так и цветочных дел мастерам с опытом. Напомним, все лето областной центр будет радовать горожан и гостей фантазийными клумбами и арт-объектами из растений благодаря фестивалю. Он пройдет впервые по инициативе мэра Олега Имамеева. Барабанда завелась в Благовещенске. Их не ищут полицейские, да и противозаконного. Ребята ничего не делают. Наоборот, учат всех желающих горожан играть на барабанах. Для этого используют необычные методы. Например, стучат кулаками по полу. Кристина Слепцова побывала на пробном занятии не школы и выяснила, почему они так называются. Подпевай весь, если знаешь слова. Вы стали свидетелем рождения кавер-группы или восьми барабанщиков. Пока они играют на полу, через несколько месяцев выступят на большой сцене. И так может любой, уверяют в нешколе. Неважно, есть ли музыкальный опыт и сколько вам лет. В Ростове-на-Дону, например, учится нешкольник за 80. Совсем безнадежных людей нет, тут есть подход к каждому. И тем более здесь программа рассчитана на то, чтобы каждый либо покайфовал, ну и научился чему-то. Собственно, он будет кайфовать от своего дела. Ну и самое главное, опять же, считайте вслух, придерживайтесь всех рекомендаций преподавателей, и тогда все обязательно получится. При регулярных тренировках все, конечно же, получится. Ребята уже начинают играть свои первые песни прямо на первом занятии. Сделай, как будто таракан даешь. Пятку? Не опускай. Наоборот. Раз, два, раз, два. Хорошо, на раз идет эта тарелочка и вот этот барабан. Смотри, раз, сделай. Еще. Раз. Теперь два. Две ручки. Два. Две ручки. Раз. Два. Результат дает особая методика преподавания. Мало теории, много музыки и драйва. Руководители проекта настолько загорелись идеей открыть его в Благовещенске, что даже вернулись в амурскую столицу из Хабаровска. Тщательно отбирали сотрудников и помещение. Оказалось, это непросто. Нам требовалась большая администраторская, где могли бы собираться люди, где мы могли бы проводить пати, где всем было бы комфортно, уютно и вообще клево, да? Плюс нам требовалось два достаточно просторных кабинета для уроков. Вот, это первый такой был критерий. Второе, это центр города должен был быть, чтобы всем было удобно, комфортно, чтобы была удобная парковка для людей. Вот, и самое, пожалуй, важное, это тест на звук. И прошло его только одно помещение. Руководителям и ученикам не школы доставлять дискомфорт соседям, барабанам, да и не только, шумом не хотелось. Вообще, кто знаком с проектом давно, рассказывают, здесь особая атмосфера. Барабанда устраивает тематические вечеринки и воскресные слеты. Образуется таким образом не просто школа, где ты пришел, отзанимался час такой, все, пока, я закончил. Вот. А где образуется такая большой комьюнити по интересам, семья, можно сказать, и это действительно работает, и у нас прям, мы там любим друг друга, обожаем, и вот эти слеты тому подтверждение, тематические вечеринки, мы смотрим кино, как на территории проводим школы, так и вне ее, то есть ездим играть в пинбол и так далее, и так далее. Попробовать себя не школьники предлагают каждому, для этого проводят пробные занятия. В будущем в планах открыть направление гитара, вокал и детская. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». А вокально-исполнительному искусству юных благовещенцев учили выпускники Гнесинки и ГИТИСа. Профессиональные вокалисты вели занятия в амурской столице в рамках интенсивной образовательной программы «Центра Вега». Когда узнала о приезде оперы «Драйв», взяла билет на их концерт и решила посетить их мастер-классы, вот записаться сюда, в Вегу. За 15 минут, которые уже провели, я попробовала на практике и узнала устройство нашего голосового аппарата. От преподавателя хотела бы услышать больше теории, потому что для меня это действительно важно. Диапазон, интонации и контроль дыхания, какими только секретами не делились титулованные музыканты. Способы создать красоту звучания композиции, навыки подготовки успешного выступления – именно то, для чего пришли сюда благовещенцы. Во-первых, это выпускники известных вузов нашей страны Гнесинки, ГИТИСа. Концертная практика большая, но однозначно первое, что они поделятся своим опытом с нашими учащимися.
расскажут про, действительно про свои музыкальные техники. Ну, я думаю, просто даже общение со звездами такой величины нашим учащимся будет однозначно полезно. Знания помогут им не только улучшить свой вокал, но и подготовиться к поступлению в академии и вузы творческой направленности. Гуманитарный экспресс заедет в выходные в 16 городских дворов и примет продукты и вещи первой необходимости от благовещенцев для беженцев Украины и Донбасса. Поучаствовать может каждый. Подробный список мест, где будет стоять брендированный автомобиль, мы публикуем на нашем сайте tvgorod.rf. На этом у меня все. Спасибо, что выбираете наш канал. Всего доброго. Встретимся в эфире.